Здравствуйте, дорогие друзья! Вот театр поэтов опять у вас в экранах, и сегодня у меня в гостях, а я Владимир Антипенко, соответственно, и у меня в гостях в этой студии поэт Никита Круглов. Здравствуйте, Никита. Здравствуйте, Владимир. Да, ну, у нас традиция, мы сначала творчество слушаем. Поэтому поэт Никита Круглов. На неопознанной земле, в предании полной тишине, на раскаленном и предательском пути встречали мы своих врагов и бились за своих, за свою любовь. На пошатнувшейся судьбе, на неопознанной волне, там были небом и землей, там были смехом и травой, и там в забвении дней мы были сутью января. Конца пути и края нет, как нету звезд и нет планет, на этом черном небосводе наших дней. В полупрозрачной суете, в порыве страсти и в беде, в стетании прожитых годах умрет бесповоротно страх. Нет ярче красок и цветов, нет лучше муз и их стихов на поворотном рубеже любой судьбы. Просивший раз придет еще, простивший нас ушел давно, но нам откроются в конце пути миры. Спасибо. Вот Никита Круглов, собственной персоной в театре поэтов опять. Никит, ну, может, ты сам пару слов о себе скажешь? А то я что-нибудь опять перевру. Ну да. Давай. Да, и я родом из Алматы, родился в Алмате, отучился там в школе. Как-то сразу понял, что надо ехать в Петербург. Абсолютно влюбился в этот город, побывав здесь в 16 лет на день рождения. Свое. И начал осуществлять свою мечту. Параллельно с 6 лет покорил меня творчеством Владимир Семенович Высоцкий. Угу. Родители купили пластинку. Вот. И с этого началось, конечно, музыкальное пристрастие. Как поэтическое, так и музыкальное. Да, чуть позже русский рок, западный рок, музыка, музыкальная школа. Масса всего было, русский народный ансамбль был. Не, ну ты сделал еще собственные группы музыкальные, да? Да, музыкальные коллективы, проекты. Был в Алма-Ате проект «Высокое напряжение». Потом, когда переехал в Петербург, был замечательный проект с джазовыми музыкантами под названием «Шарль Азнавур». О, а «Миллионы Перельманов»? «Миллион Перельманов» — это такой перетекающий проект из одних людей в другие. Uh-huh. То есть мы сейчас задумали, мы сначала собрались так музыкантами, ну так скажем, ровесниками, и постарше, там люди и под 40, под 50 лет участвуют в этом проекте. Вот, но решили, создав музыкальную и поэтическую составляющую, набрать музыкантов моложе нас, с запалом, с амбициями, таких 18-19-летних uh-huh. творческих людей, и предложить им качественный продукт, который можно исполнять, который можно нести в массы, умеющие играть, петь. Ну, в общем, чтобы все это было достаточно на профессиональном уровне. Угу. Но это сейчас проект пока такой в действии своей организации. Да, под названием «Миллионы Перельманов». То есть я считаю, что он существует, он есть. А до сих пор есть, да? Так он, собственно, живет сейчас в том, что есть аранжировки, есть тексты, угу. и мы хотим набирать музыкантов. Но везде это тексты певцов. Твои слова. Тексты, да, во всей программе получились мои тексты. Да. Ну, еще я знаю, вот у нас так вот до кучи всего, еще что ты проект «Сублимация» в том числе, да? Да, проект «Сублимация» — это необычный проект. Да, там уже не только твои тексты, да? Там не только мои тексты, не только моя музыка. Это совмещение музыкантов, поэтов, композиторов, фотографов, художников. То есть это такие перформансные выступления предполагаются на сцене, которые уже, собственно, начались, и они так иногда сейчас проходят. Коллектив увеличивается, музыканты каждый раз разные, либо постоянные. Там то, что сейчас называется в музыкальной среде фишка в том, то, что музыканты не репетируют.
То есть музыканты подбираются профессиональные, которые приходят просто, ну, как на праздник. Импровизируют. Да, это не это работа. Я слышал. Этот проект не работа. Суть в чем, что вот группа музыкальная с барабанами, со всякими там бас-гитарами, совсем играет абсолютно профессиональную импровизационную музыку. И в это время поэт мелодикламации, стихи исполняет. Музыканты под него подстраиваются, поэт подстраивается под музыку и так далее, да? Да, и у нас еще планируется, что еще в этот момент, допустим, будут эти видеоряды какого-то авторского кино, либо фотографии, либо картин, какие-то танцы, боди-арт. Ну, в общем, все виды и жанры в искусстве. Ну, я так понял, что вот с гитарой ты пришел именно из проекта «Сублимация». Или да, как, или конечно. Как? Здесь даже такой, мы еще к «Сублимации» сейчас присоединили экскурсии наши, да, я веду авторские экскурсии, в частности, моя самая любимая работа – это авторская экскурсия «Преступление и наказание», которую мы сейчас проводим. И сейчас мы его еще будем проводить совмещенно с моноспектаклем «Анна Достоевская». А вот что значит авторская экскурсия? Авторская экскурсия – это полностью проработанная мной. То есть это не готовые тексты, которые должны экскурсоводы города Петербург зазубрить и получить удостоверение, что они являются экскурсоводами, а просто я разрабатываю сам маршрут. Тему. Вы ездите по городу? Анализ. Или это в одном помещении? Нет, я вожу по городу. А, то есть мы берем автобус, понял. Сажаем людей в него, все. Едем, ходим по местам. Я все рассказываю, показываю. Дорогие телезрители, ты готовься петь сейчас. Конечно. Дорогие телезрители, вот позвольте вам представить основателя арт-салона «Невский 24» Никиту Круглова. Ну и он сейчас проект «Сублимация», песню, а какую он сам скажет. Да, спасибо за представление. Песня называется «Посиной». Она из цикла новой программы, нового проекта «Сублимация». И посвящен как раз-таки работе Федора Михайловича Достоевского «Преступление и наказание», которую я написал, увлекшись работой над авторской экскурсией «Преступление и наказание». Ты шел, а мысли били в колокол. Вдоль Сеной, а над канавой за углом летали голуби, с моста летела чья-то жизнь. В притоне девочки скреблись на подоконниках. На Сеной ты все решил, но было холодно. Вдоль Сеной ты видел небо и решал, что ты особенный. Вдоль сквера пьяная судьба, а в кабаке твой друг сменял. На что в честь дочери? Хочешь, я расскажу тебе о Раскольникове, как к нему в его снах приходят покойники. От Сеной твои 730 шагов до пропасти. Под Сеной останутся камни сложности, письмо и новая борьба, и грезит помощью сестра, несет себя на подвиги. А за Сеной и через мост пространство гордости. На Сеной сошлось все вмиг, ты был готов и к этой точности. Весь город жаждет духота,
И мысли, планы, простота, прохлада острова. Хочешь, я расскажу тебе о Раскольникове, как к нему в его снах приходят покойники. Хочешь, я расскажу тебе о Раскольникове, как к нему в его снах приходят. Спасибо. Никита Круглов, проект «Сублимация» и основатель арт-салона «Невский 24». В Петербурге появилась новая легендарная культовая точка, а именно, что появилось, Никита сам расскажет. Да, арт-салон «Невский 24» — этот проект, которому всего еще 3 месяца, но мы сделали большие результаты уже. Это огромное пространство с каминным залом на Невском углу, угол Малой Конюшенной улицы. Проект заключается в том, то, что соединить в нем и создать такое место именно для не тусовочных людей Петербурга, а именно для людей творческих, которые бы в любой момент могли туда приходить, обсуждать какие-то свои планы, знакомиться, заводить знакомства. Ну, у вас там каждый день что-то происходит, правильно? Да, плюс каждое вечернее время у нас концерты, у нас поэтические вечера, у нас театр поэтов «Послушайте HD поэзия», да, каждую среду, угу, у нас литературные четверги проходят, у нас проходят акустические концерты и творческие вечера, которые замечательно ведет Джордж Гуницкий, замечательный поэт, основатель группы «Аквариум». Он у нас такой интеллигентно-пикантный ведущий всех наших творческих вечеров. У нас замечательные люди выступают, в частности, Умка из группы «Умка» и «Броневик». У нас 23 февраля, кстати, будет Александр Чернецкий поздравлять всех с праздником. Из Америки там кто-то у вас приезжает? У нас будут блюзмены в апреле, у нас приезжают из Москвы, у нас приезжают из Сибири. Группа «Теория» у вас выступала. Группа «Теория». Михаил Чернов, дядя Миша, экс-саксофонист группы ДДТ выступал. Да, кстати, мы еще ожидаем 3 марта еще одного замечательного саксофониста, это Сергея Летова. Тоже будет, примет участие. У нас 22 числа будет акустический концерт, так скажем, для своих, для фанатов. Опять же, кто еще из фанатов группы «Пилот» эту информацию не слышал, 22 числа Илья Черт с творческим вечером у нас. Ну, все, ну, это в общем, жизнь течет. В интернете, да, обнаружить, вот в частности ВКонтакте, поиск по сообществам, арт-салон «Невский 24». И там каждый день все это происходит. Да, сейчас еще выставки, кстати, будут. Вот да, буквально сегодня после эфира будем встречаться с художником, начнем обсуждать первую, самую первую выставку, которая пройдет. Дорогие друзья, поверьте моему слову, что это действительно легендарное, в общем-то, место теперь уже в Петербурге. Про него потом будут, ой, будут говорить, рассказывать друг другу, имеется в виду через много-много лет. А сейчас мы хотим услышать поэта Никиту Круглова, все-таки поэта. Такое стихотворение, которое я очень редко читаю, оно большое, так фрагментально, буквально зачитаю. Вчера было 17 февраля, день памяти замечательного и уже признанного, наконец-то, поэта, одного из, наверное, значимых, ярких и до конца, может быть, недооцененных поэтов 20 века. Это Александр Башлачев, у которого трагически оборвалась когда-то, да, 17 февраля, жизнь. Но, тем не менее, поэзия осталась, остался весь пласт, который он оставил нам. И в свое время, проникшись его поэзией, я написал такое стихотворение. «Полетели ангелы на небо, оставляя рифмы и окно, чтобы свет в него сиял, и песни пели, и писал он новые все сквозь него. Он глядел на ангелов, завистной грустью, улетали от него ведь навсегда, други верные, а он стоял и пусто, было в доме, он стоял прямо у окна,
Вспомнил он, как вровь, сдирая пальцы, струны рвал, и плакал он навзрыд. Песни плачем пел за нашу правду, песню горькую за наши с вами дни. На икону с миром, поклонившись душам, он хотел ведь изменить весь мир, чтобы стал он чище, ярче, лучше, изменил его за годы сильно мир. Злость занозой в сердце, а в глазах застольем, пышным праздником держателей судьбы, он не мог принять в себя все эти чувства, только сразу все на струны и лады. Он глядел на эту жизнь глазами волка, что затравленный спасается от псов, а еще напоминал ребенка, и обида вырывалась на простор. Жизнь его, оборванные нити, расплетенных жизнью нервов в горле ком, был он белым облаком и белым дымом, был он красным солнцем и вином. Этот сон, немыслимые думы, это совесть наших с вами дней, это разговор среди друзей на кухне, это тихий шепот питерских ночей. Отдавая ветру крылья, оставаясь на земле в плену безоблачных проблем, чайки ласточки над городом взлетали, гуси-лебеди подбадривали их. Из окна последнего чертога, из последнего душевного стиха, из последней силы тела молодого, да душа в занозах душевного стиха. Кто-то ищет в струнах Бога, кто-то ищет в строчках ноты, кто-то ищет в жизни смысл, а поэты окна ищут тишины. Дорогие друзья, Никита Круглов, основатель арт-салона «Невский 24». Вот знаешь, как-то приятно произносить это. Вот я не знаю, мы там уже сколько, уже почти, уже будем в третий раз делать вот, будете, в среду ближайшую. Да. Ну, такое ощущение, что уже очень давно. Театр поэтов послушайте, да, руководителем которого является поэт Владимир Антипенко. Никит, я бы вот еще все равно хотел, прежде чем ты сейчас песню споешь, чтобы, помнишь, вот ты мне на радио, когда вот мы с тобой эфир делали, такой короткий у тебя был еще вот стишок такой, не длинный такой, он очень философский такой. Скорее всего, про комнату. Да. Комната, четыре стены, дверь, окно. Комната, портреты на стенах. Родная, знакомая, классика и незнакомка. Комната, здесь сочиняю и пою. По ночам думаю и дышу. А по утрам, приводя в забвение, моя комната бьет тишиной, приводя в блаженство своей неоднократной тишестью моя комната. Комната, и вроде нет ничего в тебе такого-то достойного. И сколько снов ты видела и берегла покой, чтоб сберечь все в своих немыслимых, в своих мыслях и отчаяниях. И сколько было здесь застолий, веселья, праздников, и горя, плача, и сколько было здесь людей, и сколько здесь всего историй. Но я — это всего один сюжет твоей истории. Вот такие вот комнаты у каждого своя. Комната, да. Хорошо. Игит, давай вот еще песню пока... Это мы наконец оставим. Нет, я на просто руку на сладко. Нет, но мы не, просто не говорим, что это произойдет. Да, хотелось бы еще вот как-то вот про салон, про твой поговорить. Но эта идея вообще старая, да. То есть салон — это продукт большого творческого объединения людей под названием «Березовая река». Здесь мы обязаны и названием, и вообще самой идеей замечательному композитору, замечательному поэту своего времени, к сожалению, ушедшему от нас, Слава, Вячеслав Задерий, основатель группы «Алиса». И когда-то у него дома я познакомился с замечательным поэтом Сергеем Вагановым. И мы так сели все вместе. Приехал Павел Кондратенко, это такой директор сейчас проектов закрытия петергофских фонтанов, вот этого замечательного 3D-шоу. И мы так все сели вместе и поняли, что нужно сделать какое-то творческое объединение, не нацеленное самоцелью на зарабатывание денег, а именно на сотворение в наши дни какого-то действительно качественного, ну, может, ну, продукта сейчас все уже называют продукта, пусть будет продукта, но продукта профессионального, продукта истинно культурного, чтобы это действительно были явления искусств.
Ну, да, понимаешь, они... вот, допустим, я в театре зову поэтов, которые их я считаю интересными, а в данном случае вот ты и твои коллеги, вы позвали к себе тех, кого вы считаете интересными не только в поэзии, но и в разных жанрах, правильно? Абсолютно, да, мы не стали замыкаться на да. чем-то. Понятно, что у нас подавляющее большинство тоже людей, это либо музыканты, либо поэты, да, но мы дружим, да, мы дружим с художниками, мы дружим с фотографами замечательными, да, и всех нам хочется показать, да, есть режиссеры, есть актеры замечательные. Надо говорить, какие конкретно. Песню давай, Никита Круглов. Есть актеры, есть, а может их и нет. Они есть, все есть. Все есть. Есть, приходите в арт-салон. Вот Антипин. Каждый увидите, день можно, тоже. Можно всех увидеть. Да. Молчи, прошу, молчи, иначе забудутся твои мечты, иначе мы пойдем домой и до рассвета будем молча пить какао. Молчи, тоска, молчи, а я спою забытый вальс пробитым баритоном. О, этот вальс, он лучше нас, он для парней в тельняшках и девушек в бикини. Тар-ду-да, тар-ду-да, та-та-и-да, та-и-да, о, этот вальс. Он как родник, он греет душу мне, но как веночка Вэлли. Он пульсом бьет, с собой зовет чертям все бросить и уехать прямо в Михету и пить нектар грузинских вин, лежа в саду в тельняшке с папиросой, а ты в венке танцуешь вальс под водопадом, страсть, вино, бикини, стоны. За это можно все отдать, и неохота возвращаться к нам на кухню. Где наш портвейн, где наш агдам, где наши будни, стены и обои? Молчи, прошу, молчи, иначе забудутся твои мечты. Окончен бал, вальс замолчал. На антресоле тельняшка и бикини. Тар-ду-дай, тар-дай, та-дай-дай, та-и-дару, та-ду, тар-ду-дай, на-ру-да, та-дай-дай, та-и-дару, та-ду-да. Спасибо, Никита Круглов. Я не могу сказать, что бард. Такие вот песни под гитару, стихи под гитару. Это больше рок-н-ролльные. Ну конечно. Да. Слушай, у нас редко так приходит человек с гитарой. А можно мне коротенькую песню спеть? Конечно. Свою, собственного конечно. Сочинения? Что-то я вдруг решил. Вот. У нас же салон. Что, Владимир Антипенко. Да. О-о-о. Снег серебрится, летает. Под фонарями искрится. Кто ж его знает, что мне сегодня приснится. Видишь, я тоже умею, но, правда, без репетиции. Да, иду припорошенный снегом по петербургской столице, сыплются, сыплются с неба икринки замерзшей водицы, и, потерявшись в сугробах, в печали тоску обутый на этих снежных дорогах, счастливый стою я и глупый. И все, вот такая песня. Это я называю их романтические юношеские песни. Надо тоже песни. В сублимации, наверное, участвовать. Уже. Да, пора. Хорошо. Бы. Никита, вот, как говорится, время неизбежно подходит к своему завершению нашей программы, но еще она не завершается, как ты видишь. И сейчас вот можешь что-то еще добавить, сказать, что не успел. У тебя минуты три, давай. Я хочу сказать, приходите к нам в арт-салон. Ну да, да.
Невский-24. У нас всегда интересная программа. Мы сейчас работаем только на расширении, увеличении рабочего времени и программы. Мы добавляем наши дополнительные комнаты, которые пока все, когда приходят к нам, видят глухо закрытыми. На самом деле там идет работа, там подготавливается чайный бар. У нас будет место, где будут настольные игры, будет замечательная библиотека. Если сейчас мы работаем с 6 вечера до 6 утра, то буквально, я надеюсь, через месяц мы все-таки практически запустимся на круглосуточную работу. То есть в любой момент можно прийти в наш арт-салон, просто посидеть, выпить чашечку кофе, почитать книжку, да, познакомиться с какими-то интересными людьми. Опять же, почему мы спешим сделать дополнительные пространства? Потому что, да, концертные часы вечерние, да, мероприятия, они у нас, ну, неизбежно есть. Да, это с 7 вечера, допустим, до 10 вечера идет концерт. Вход платный. Нет, вход свободный. Театр поэтов, послушайте, театр поэтов есть проекты свободные. В кучу у вас, да, со свободным входом. Я сейчас про другое. Да, есть концерты, которые, естественно, они платные. Ну, какие-то потому платные, что приезжают действительно люди. Из других городов. Да, но с чем мы столкнулись? Что в эти же дни приходят ребята, которые пришли просто в арт-салон, а не на концерт. Да, и мы не имеем права их не пускать. Конечно. Да, и вот поэтому мы в торопях. Ну, качественно, поэтому в торопях, но медленно, подготавливаем дополнительные территории, пространство, куда люди могут приходить, невзирая, платный у нас вход или не платный. Или вход свободный. Да, опять же, я призываю всех с творческими проектами, если есть что интересного показать людям, всегда приходите к нам. У нас есть замечательная команда арт-директоров, которые всегда это рассмотрят, всегда просмотрят, в частности, если поэты. Обращайтесь к Владимиру Антипенко. Не-не-не, ну, к Владимиру Антипенко это отдельная история. Но также есть Павел Крузенштерн. У вас Литче же есть. Да, Литче внутри арт-салона. Это такой проект, который родился. Более свободнее, потому что у меня уже там, знаешь, понимаешь, такой высокий проект, когда уже вот результаты, плоды там 4-летней деятельности. Я тебе рекомендую тогда обращать внимание на то, что происходит по четвергам, потому что там действительно появляется масса интересных... Я уже направлял туда людей. Масса интересных людей. Да, и приходите, всем даем право выступить. Да. Микрофон, пожалуйста, свободный для это всех. Это по четвергам. Да. Опять же, если есть какие-то интересные, необычные проекты. То есть, ну, понятно, что было просто организовать поэтические и музыкальные вечера. Да. Опять же, хочется организовать моноспектакли. Причем, может быть, которые родятся, опять же, внутри самого арт-салона. Может быть, какие-то тематические праздники. То есть на все предложения мы с радостью откликаемся, все выслушиваем, все рассматриваем, и это все можно делать. Ну и это все в основном, все равно в конечном итоге решает Никита Круглов. Ну ладно, я всегда не говорите об этом. Дорогие я всегда телезрители, стараюсь адекватно. Да, и вот, Никит, на самом деле, видишь, вот оно время-то завершилось. Вот. Сегодня был в гостях вот основатель арт-салона Невский-24 Никита Круглов. Никит, можешь какой-то лозунг такой на прощание сказать? Ребята, там, до свидания, что-нибудь. До свидания, уважаемые телезрители. Приходите к нам, слушайте хорошие стихи, слушайте хорошую музыку. И в эту среду приходите, Никита, увидите как поэта. Пока. Всего доброго.